Ромашка – символ этого праздника, а на Руси – символ любви. Погадать на ромашке всем прохожим 8 июля предложили активисты ОНФ. Акцию назвали «Ромашка желаний». Правда, вместо привычных «любит», «не любит» на белоснежных лепестках были другие. Только добрые слова и пожелания. Желаем вам всего хорошего и предлагаем вам погадать на счастливой ромашке. Вы можете выбрать любое желание, оторвите его и узнаете, что вас ждет. Любимые превратят вашу жизнь в сказку. Ну вот видите. Взрослые активно принимали поздравления и гадали на ромашке. Дети радовались воздушным шарам. Такое гадание на ромашках пришлось по душе всем горожанам. Семья – это основа основ. Семья – это залог успеха каждого человека. Потому что семья дает нам силы. Семья нам помогает в трудную минуту. И от взаимоотношений в семье в целом зависит и от взаимоотношений в обществе. В этот день я желаю вам добра, счастья, здоровья, крепкого семейного благополучия. Всего самого доброго нашим семьям, нашим близким и нашим детям. Праздник любви, семьи и верности приурочен к церковному празднику Дню святых Петра и Февронии Муромских, которые стали символом идеального христианского брака. С этим днем связано много обычаев, традиций и примет. Верить в них или нет, каждый решает сам. Но чтобы в доме всегда царил лад и покой, важно помнить – семья – это главная ценность в жизни каждого человека. Ирина Суконкина, Сергей Кувакин, Народные новости.